Здорово, с вами Тёма Нечаев, и сейчас Ставр не попадет в перекладину. Мой чувак, нужного парня позвал. Ой-ой-ой. Я промазал, потому что я крутился. Итак, ребята, снова всем привет. Кто не понял, во-первых, вы какие-то тупенькие. Во-вторых, напоминаю, это Ставр. Это не чай. Привет вам всем. Hello there. Кость, ты дико известен. Дико? Дико известен. В диких лесах где-то. Там крокодилы, львы и гориллы. Джунгли зовут? Нет? А, не, я не смотрел. Кто знает зов джунглей, ставьте квартиру на ноль. Джунгли зовут. Костя талантлив тем, что он херачит. Во-первых, ты херачишь все время не глядя по мячу. Ты это заметил, что у тебя башка улетает? Да, я не знаю, почему так происходит. Я не знаю, вообще это всю жизнь у меня так было или только в последнее время. Либо просто тик такой, знаешь, нервный. Ну я тебя сейчас засажу. Это синдром Туры-то, знаешь. Жоп! Сегодня я решил тебя использовать как человека штрафные удары. Но сегодня... Там сзади локомотив такой. А, блин. Ну просто на спине нельзя прочитать, это невозможно. Футболисты покажут. Чуваки, что написано? Я в магазине подошел, говорю, напишите человек штрафные удары. Они мне написали, что, будет нормально? В общем, сегодня я собрал со всего реального футбольного мира самые главные фейлы в штрафных. Там скажу? Есть Герман Попков? Нет. Потому что его нет реально в футболе. Его и... Гера, здорово, ты смотришь этот ролик, я знаю. На самом деле, вы видите, что, насколько я ревную вообще. Не человек к Герману. Сейчас будет 10 способов, как уничтожить Нечая, чтобы Гера был один. Ну ладно. Я сейчас буду рассказывать тебе про виды долбанутых штрафных ударов. Так. Мы их повторяем, но самое главное, ты завершаешь красиво. А как это красиво? Ну попади в ворота. Да ладно! Для меня это уже красиво, ты хорошо, понимаешь? Первый окей. Вид называется «много забеганий». Мне лень. Какое правило главное? Канал Нечаев. Некрасиво, значит офигенно. Поэтому я здесь главное лицо. По такому принципу ты живешь, да? Второй вариант штрафного называется... Двойной удар. Я думаю, сейчас мне зарядит по лицу. Ребят, главное не перестарайтесь, а то Тёму так в психушку заберут скоро. Опа-на! Я здесь не попал. Ты эгоист! Понимаешь? Да ёбрусы ты! Я съел здесь один. Я не попадаю! Или когда я попадаю, ты не попадаешь. А что если наши ноги, да, как будто склеились и блин, да. Мы так уже делали в одном челлендже на каком-то канале, не помню. Забань! Опа-на! Даже так не получилось! Опа-на! Самое главное, вместе ударили и не попали. Как же идеально, чувак. Просто. Бу-бу-бу. Да, по всем правилам канала. Пас головой. Как у тебя это удается, Константин? Это талант. В чем твой секрет? В бесталантливости. Нет, все очень просто. Твой секрет в 1xb. Надежный букмекер, дофигища спортивных возможностей, дисциплин много. Крутых высоких коэффициентов. Зарабатываем бабло на сайте 1xb. Я, когда готовил эти штрафные удары, никогда не мог подумать, что на моем канале окажется Криштиану Роналду. Привет, Криш, заходи. А, черт, он сегодня невидимый. Придется тебе отыгрывать. Ты же потрясающий пародируешь Криштиану. Я ему Криштиану Рональду. Если что,
запасные штаны я не взял. Поэтому мне очень страшно даже за штаны. Даже при таком ударе нельзя повторить полностью мастерство Криштиана. Он прям попал, и я отлетел обратно мяч, прикинь. Ему? Ну почти. 300 человек, мы попробуем отдельно это сделать. Я буду бить по теме, пока не отлетит ко мне. Идеально. Вот кто поставит лайк, я вас запомню. Следующий удар с потыкуха. Окей. Ну и давай, чтобы закончить красиво, ты привнесешь хоть капельку красоты в моем канале. В общем, не знаю, почему этого не делается часто в штрафных. Мне кажется, было бы очень красиво. Удар Закидун. 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 You know you make me wanna shout. Look my hands jumping, look my heart bumping. Чуваки, спасибо, что вы здесь появились, что мы появились перед вами. Все очень круто, лайки, дизлайки, все, красота. Переходите на канал Ставра, там еще красивее. Но если вам нравится красота в долбанутости, то подписывайтесь на канал Нечай. Костя, Нечай, Тёма. Я на лифте уезжаю вниз. Оу, Тёма. Всем пока.